Уважаемые друзья, коллеги, страждущие и те, которые хотят просто послушать то, о чем нельзя говорить вслух, но на самом деле можно. Да, табуированные темы в частности. Точно, и то, что связано с тем, что здесь вроде бы нормально. Коротко, я мальчик, нормально. Периодически буду стесняться, но задавать вопросы, потому что мне интересно. А я, так как работаю с мышцами, костями и металлоконструкциями, в целом вообще ничего не понимаю, буду задавать глупые вопросы, ну как глупые, специально подготовленные глупые. На Яндекс.Дзене. Да, и мы все собрались. У меня сейчас опять закружится голова. Да, на самом деле разобрались и собрались. Вот в таком формате я первый раз в жизни вообще одел что-либо розовое. Благодаря Елене Сергеевне Силантьевой, человеку, который просто бог реабилитации в гинекологии, акушерстве, восстановлении послеродовом и так далее. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением реабилитации сети клиник, мать и дитя, правильно вроде говорю. Заместитель главного врача. Ну, это самое главное, Лапина. Вишенка на торте. Заместитель главного врача клинического госпиталя Лапина. Да, вроде все сказал. Да, а это Антон Сергеевич, тот самый. Касаткин тоже, да, тот это, самый. Тема у нас прекрасная, интимная, там даже части тела какие-то лежат. Попозже появятся кадры. Да, у нас появится, собственно говоря, таз с органами и те самые прекрасные ножки клитора. Наконец, мы еще раз их продемонстрируем. Именно. У меня, на самом деле, вопросов огромное количество скопилось, как на предыдущем кадавре, который у нас был. Так. Напомню, что у нас еще будет в... 7 числа, послезавтра, да, кадавр. Это раз. И второе, у меня есть какие-то вещи, которые Леха рассказывал. Ну, мы за кадром то обсуждали. А у меня спрашивал. Вот именно. У каждого из парней, значит, есть свой Леха, и у каждого из не парней есть своя Василиса, которая рассказывает такое, что, ну, как бы, ну, типа, это же не я, это она. Вот, поэтому Леха еще порассказывал. Одним словом, есть что спросить, Елена Сергеевна. Да, Антон Николаевич. Я думаю, и краснею даже. Это понятно. Это же табуированная тема. Ну, согласен. Значит, давайте бомбите Антона Николаевича и Елену Сергеевну вопросами. Начнем с удобных. Давай. Ну, про анатомию. Как минимум. Жить дальше? Да, понятно. Вот, Елена Сергеевна, мы с вами втроем, как минимум, плюс еще Евгения... Константин, да, была? Вот, я помню. Мы обсуждали то, что, ну, есть в учебниках анатомии там картинки, да, где есть так называемые мышцы малого таза, и ориентируясь... Долгое такое, долгое прелюдия будет, как любят девочки, вот это долгое прелюдия. Леха рассказывал так правильно, не меньше 15 минут. Но хорошо зафиксированная женщина на прелюдиях не нуждается, между прочим. Так вот, да, значит, и есть определенный, назовем так, пул специалистов, в кавычках назовем, специалистов по большей части, которые, начитавшись этих книг, насмотревшись различных роликов на YouTube, они предполагают, что можно прокачивать отдельно какой-то из... частей этой мышечной, назовем так, мембраны, и, собственно, дают курсы по этому поводу для того, что делать, если у вас немного подтекает, и что делать и как восстановиться после родов, ну и как бы это можно сделать, оказывается, еще в онлайне без диагностики. Вопрос понятен, что делать с такими специалистами, Елена Сергеевна, и насколько корректны они в своем суждении? Не очень они корректны в своем суждении, но... Их надо, наверное, тоже любить, потому что они все-таки стараются во благо, потому что запрос от женщин, он очень большой по отношению к этой проблеме. Просто, наверное, нужно их просвещать, чем, собственно, вы и занимаетесь. А лучше доверить это все-таки профессионалам, которые это делают так, как и должно быть. Я немного про свой мир расскажу, раз терапевтически. Ну, конечно. Это о втором мире, второй стороне медали. В свое время посещал очень много курсов по тазовому дну, и в фитнес-индустрии бытует огромное количество мифов вокруг этой истории. Первые мифы – тазовое дно где-то есть, оно не так важно, и у нас есть такое направление, как пауэрлифтинг и бодибилдинг, где порой нагрузки слишком интенсивные. И, ну, наверное, скажу так, к сожалению, не все специалисты сильно компетентны в тренировке обычных людей, не спортсменов, но тренируют обычных людей, запятая девушек, запятая девочек, по шаблонным программам из спорта. В вот этом мире пауэрлифтинга считается нормой, когда ты поднимаешь тяжелые, сверхтяжелые веса и, скажем так, подтекает. Считается нормой. Ну как подтекает? Там на видео не подтекает. Течет и льется. Ладно, спасибо. Давайте так. Да.
Первый раз, когда я столкнулся с этим там, за бугром, там даже внимания на это не обращают, то есть, ну, просто вытирают и как бы все продолжают дальше. В России, благо, с этим как-то не сталкивался, но общаясь, в частности, пауэрлифтерами, людьми, кто поднимает тяжелые веса, они говорят, что, в принципе, тоже это нормально, я поднимаю тяжелые веса, поэтому у меня что-то вытекает, у меня хорошее внутрибрюшное давление, все нормально. Так вот, это одна сторона. Вторая сторона, которая говорит о том, что не дай бог, мы не проконтролируем напряжение мышц тазового дна, когда там ходим, не знаю, приседаем, встаем и так далее. И нужно это делать постоянно всем, у кого есть проблемы, у кого нет проблем. И всех гребут под одну, собственно говоря, под один шаблон, давая различные упражнения типа кегеля во всевозможных проявлениях. И часто бытует такое же мнение, что мышцы тазового дна плохо работают, запятая, ослаблены. Вот нас обычно начинают учить через эту призму. Мышцы плохо работают, поэтому нам нужно их постоянно подтягивать. Причем что подтягивать? Я-то мальчик, я-то девочек на картинках только видел. И почувствовать или понять, что чувствует девушка, когда она втягивает что-то, я-то не могу. Но мне вот что-то рассказывали. Типа, вот мы должны что-то там, какие-то странные мышцы промежности куда-то втягивать. Быстро, медленно, пульсируя. И вот это и есть, собственно говоря, одна из основных тренировок тазового дна. Благо, вот сейчас в последнее время начинают появляться хоть какие-то альтернативные методы, когда там начинают говорить о внутрибрюшном давлении, о дыхании. Но редко когда нам говорили о том, что неплохо, наверное, отправлять к другим специалистам для того, чтобы шел контроль. Как вот в вашем мире происходит, собственно говоря, непосредственно работа с мышцами тазового дна, если говорить о там, тренировке? Что вы делаете? Это вот прям безумерно интересно для того, чтобы наши коллеги понимали, как выглядит идеальный мир. А можно вводный вопрос, совершенно логичный к твоему. С чем приходят девушки и женщины к вам для того, чтобы вы поняли, что это не операция, это там не лекарство, фарма и так далее, а это именно мышцы тазового дна? И что делаем? Разобью ответ на несколько частей. Про наш мир. Вот я акушер-гинеколог. Это одна моя основная медицинская специальность. Еще я физиотерапевт. Физиотерапевт в нашем, в российском, в советском еще до российского понимании. В мире, в западной медицине, есть физиотерапевт, но это другой специалист. Специалист, который... Ну, у нас его теперь пытаются называть реабилитолог, ну, в общем, что-то такое среднее между мануальным терапевтом, массажистом, инструктором лечебной физкультуры в нашей терминологии. И у этих физиотерапевтов есть целое большое направление, магистратура, 3 года очного обучения, физиотерапия тазового дна. То есть это целый мир, где как раз и занимаются мышцами тазового дна. И занимаются уже очень давно. Вебинар 3 года. Тут недавно вебинар предлагали. Года. Полчаса, и ты специалист. Ну, это так уточнить. Ну да. Я пошел. К сожалению, в системе медицинского образования нашего, моего, как акушера-гинеколога, вообще не было ничего, что хотя бы отдаленно касалось бы этой темы. И все, что сегодня я представляю вот для вас, для наших зрителей в виде какой-то концепции, это все собиралось по крупичкам из западной медицины, из собственного опыта. А теперь на ваш вопрос отвечая. С чем приходят женщины? Вот когда женщина юная, у нее вообще ничего не подтекает. Когда женщине исполняется 60, 65 лет, даже 55, мы имеем страшную эпидемию. 75% женщин, то есть 3 из 4, страдают недержанием мочи. И это неприятно. Это не ты поднял тяжесть, подтерли, а когда ты не поднял, ты чувствуешь себя вполне даже пауэрлифтером. А для женщин это... Каждый чих, каждый кашлянула, захотела пробежаться в момент оргазма, в самый неподходящий момент жизни, выделение от нескольких миллилитров до стакана мочи. Ого. Это много. И это количество мочи меняет жизнь женщины. Она перестает быть социальной. Она боится, что есть запах, она...
избегает близости интимной, она перестает считать себя человеком, который может себе позволить вот компанию, отдых, расслабиться, куда-то поехать. Ей нужно, чтобы был рядом туалет. Это для женщин достаточно молодых и вполне себе ощущающих в остальном соматически здоровыми. Что между? Вот что между? Елена Сергеевна. Нет, нет, я имею в виду... Нет, нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что вот эти симптомы, они появляются после 50, когда наступает менопауза, и из-за гормональной перестройки коллагены становятся менее прочными, и вот это опущение реализуется. А мышцы менее сильными, объемными, то есть вот возрастные изменения мышечно-фасциального компартмента. Но до этого момента женщину почти ничего не беспокоит. Ключевое это слово так должно быть, или почти. Это статистически так и есть. Это так и есть. Это так и есть. Вот если подходить к женщине с позиции классической медицины, это так и есть. Вот меня как врача-акушера-гинеколога, да, так учили, что спрашиваешь у женщины, что вас беспокоит. Мочу удерживаете, удерживаю. Боли беспокоят, не беспокоят. Ну, хорошо. И отлично. Ну и отличненько, да. Женщина сама никогда не расскажет о том, что ее, возможно, беспокоят проблемы сексуального характера. Мы же вы с вами... же гинеколог, при чем здесь секс и вы? А? Обижаете. Я как раз непосредственно к этому делу принадлежу. Поскольку женская сексуальность сложна. В ой, ней... да ладно, да, конечно, там... да, конечно, и... это у мужчин все. Это да. Сейчас обесценивает. А у женщин все сложно. Врачам. На секундочку. Началось вот это. Да, я в розовом, это ничего не знаю. Иди готовься. Кроме психологической составляющей, есть еще органическая. То есть органы женщины, гормоны женщины. Состояние слизистой, состояние мышечной системы тазового дна, состояние фасциальной системы тазового дна. Вот это все может даже при абсолютной благости психологической составляющей критично нарушать качество сексуальной жизни. И вот как раз в этот период, пока женщина от своего здорового состояния переходит к той степени выраженности проблемы, когда ей, возможно, помочь может только хирургическое вмешательство. Кстати, хирургическое вмешательство тоже так себе. Не всегда. С очень высоким процентом рецидива. Я хотел спросить. Я читал у Лёхи. Все-таки хочется его избежать. Но мы так редко способны что-то делать на будущее для профилактики. Очень сложно мотивировать себя, заставить. Когда не стреляло ничего нигде. И тяжело. Поэтому очень важно, наверное, и поэтому такой успех имеют все те люди, которые что-то там по интернету или в спортивном зале пытаются для мышц предложить. Почему? Зачем? Что они говорят женщинам? Что они им обещают? Там, секс. Либидо будет секс. Такое, что мама не конечно, горюет. Конечно. Потому что единственное, что страдает, это ощущения во время интимной близости. Меняются ощущения во время интимной близости. Это становится маркером начинающегося неблагополучия. Это то, что очень важно пациенту, женщине любой, оценить и использовать как повод для того, чтобы заняться своим тазовым дном. Потому что если им заняться в тот период, когда у нас еще только сексуальное расстройство, это тот период, когда мы можем предотвратить дальнейшее ухудшение, утяжеление и дальнейший тяжелый прогноз, связанный с хирургическим лечением. Что делать, если женщина или девушка, приходящая к вам, но не жалуется на это? Ну, имеется в виду, она стесняется. Вот бывают же такие? Конечно. Это самая главная проблема. Это молчаливая эпидемия. Женщина про это не готова говорить. И врачи про это не умеют говорить. Это действительно проблема. Поэтому нужно искать, наверное, ту категорию специалистов, которые готовы это обсуждать на профессиональном уровне. Это не сексологи-психологи. Они тоже нужны, но они про другое. Они про взаимоотношения партнеров и так далее.
а гинекологи, которые знают особенности реализации сексуальной функции в условиях имеющихся каких-то органических. Тут должна быть плашка с номером контактным. Просто логично. Ну, да, закончите крайний вопрос, последний. Ну, логично тогда предположить, что совершенно правы ребята и девчата, которые на, ну, там, в этом поле онлайн, они, по сути своей, занимаются классной профилактикой. Правильно? Ну, там, типа, подтянуть, подержать, они правы расслабить. В том, что они создают интерес. Они правы в том, что они достучались до тысяч людей, которые не задумывались и вдруг поняли, что что-то не то, и что-то надо делать. То, что она говорит с экрана, откликается? Откликается. Ага. Окей. И это уже хорошо. Но дальше уже... Вопросики. А про это мы поговорим сейчас, да. Позже, да. После Антона. Хорошо. У меня два вопроса, исходя из того, что вы рассказали. Я тренер, мне такое, запятая, рассказывают, на удивление. И я еще мальчик. У нас же есть друг Леха, который периодически задает вопросы и гордится всякими вещами. И вот сейчас у нас, у мальчиков, даже курсы есть по, запятая, сквертологии. И один из мальчиков, Леха, который, вот он сильно радуется, когда его партнерша во время акта очень сильно, вот, собственно говоря, изливает душу. И мне понравилась ваша фраза, которую вы сказали, что одной из дисфункций тазового дна является как раз то самое подтекание во время полового акта. И ряд девушек принимают это как раз за тот самый сквирт, который сейчас сильно популяризируется. Это будет первый вопрос, немножко интересно, что же там может выделяться, и если это выделяется, в каком количестве может выделяться, это раз. А два, у меня прям вылетело даже. Мы говорим, подумаем. У тебя вылетело? Да. Или у партнерши? Нет, я держу пока. Все, смотри, все хорошо, да. Второе сейчас вспомню. Ну, можно я начну отвечать, да, на, конечно, первый? Я вот про это. Причем я хочу начать, если позволите, издалека. У нас же время не ограничено. Ой, для меня, для самой, это было прям откровение. Наверное, месяц назад я председательствовала на заседании студенческого научного медицинского кружка. Это студенты второго меда и МГУ, 4-6 курс. Много молодых людей, там человек 70, наверное, в зале было. И у нас была тема как раз женская органическая сексуальная дисфункция, но все было очень академично, там сексуальная дисфункция при эндометриозе, на фоне приема антидепрессантов. Но дальше, когда начались уже вопросы-ответы, вот дошли мы и до сквирта тоже. Привет. То есть тема прям животрепещущая. И в этой ситуации мне самой стало ужасно интересно, потому что я очень давно не общалась с студентами. В основном последипломное образование, врачи, повышающие квалификацию, или какие-то, ну, на конференциях врачи. Немолодые ребята, не все из которых даже станут акушерами, гинекологами. Mm-hmm. То есть для меня они были интересны просто вот как молодежь. И я позволила себе самой задать им вопрос. Я им говорю: ребят, вот скажите, вот вы спрашиваете про сквирт. А вот как вы считаете, сквирт – это вообще хорошо или плохо? И такая пауза, и кто-то из молодых людей с первых рядов говорит: хорошо. Я говорю: о, очень интересно. Берем. Работаем, да. Хорошо. Вот молодые люди, вот теперь я обращаюсь именно к вам, именно к молодым людям. Мне почти 60 лет. Не врите. Нет, я люблю называть цифры, я как бы хорошо выгляжу для своего возраста, мне не стыдно, мне наоборот приятно. Сейчас там слышите аплодисменты? Да. Погнали. Я люблю свой возраст. И я говорю: вот мы молодые люди, вот вам, а зачем вам этот сквирт? Что в нем хорошего? Чем он вам нравится? Почему вы хотите, чтобы... Ну, так понятно, что оргазм. Вот так вот. Нет, хотите, я за них отвечу, за пацанов? Нет, они мне так ответили. Они мне ответили так. Что это некий маркер реализовавшегося удовлетворения его партнерши. То есть это для человека, это неплохо их характеризует, скорее хорошо. То есть они хотят быть уверенным в том, что и их партнер в данном контакте испытал максимальную степень удовлетворения. И ради этого они готовы лежать в луже мочи.
Ну тихо, не расстраивайте. Это сейчас, так? Это так? Нет, там же... Это так? То есть... Это в документальных так. фильмах. Там это прям. Так. Ох ты. Это ё. Так. Я просто кино смотрел, готовился. Да, нет, просто я хотел дополнить, что ребят обычно, ну, Леха рассказывал, друзья его говорят. Это другой Леха. Это важно, да. Друзья его говорят о том, что, ну, как бы, если это в фильмах там достигаются определенными действиями, значит. Техниками. Техниками, то значит эта техника, она какая-то секретная. Масштабируема. Значит, ты крут. Здесь как раз история про эгоизм у некоторых. Типа, вот если я смог, почему не знаю, так показываю, но, короче, если я смог, то как бы я молодец. Ну, типа, я могу сделать так, чтобы вот у нее вот так было. Вот видите, я даже более комплиментарно отозвалась об этих молодых людях. Суть такова, что выделение жидкости в момент оргазмической разрядки у женщины. Так. Это, в принципе, феномен в ряде случаев вполне себе физиологический. Другое дело, что эта жидкость может быть, с одной стороны, небольшим количеством мочи, которая выделяется вот в момент непосредственно оргазмической разрядки, в момент кратковременной релаксации, расслабления. Это измеряется в миллилитрах или его... части миллилитра, доли миллилитра. Это не видно, миллилитра. Это не попадает вообще в лицо, нет, это смешивается, с секретом слизистой вагинальной, это отчетливо отдельно не выявляется. И точно так же у женщин, у которых достаточно много ткани пароуретральных желез, которые тоже могут выделять вот этот специфический секрет, он тогда будет белесоватого цвета, и это тоже... Не, ну, как бы, миллилитр. Предел нормы, условно. Это предел нормы, да. Вот эти фонтаны, которые изливаются в порной индустрии в основном. Так я из Крыма. Да. Ну, к сожалению, вот я с этим сталкиваюсь сейчас в своей реальной клинической практике, что молодые люди, поколение нынешних до 30 лет, это поколение детей, которые... начали свою интимную жизнь гораздо позже, чем они познакомились с продуктами порноиндустрии. И даже продукция порноиндустрии, она за вот последние там, 20-30 лет, сильно изменилась, да, то есть она становится более... Хороший по качеству. Я просто читал. Правильный формат выбирать. Но можно выбрать. Как бы как парни говорят. Да, я просто семейный человек. А вот эти вот новые звезды в 2023 году. Best of the best. Golden hits. Golden, это слово. Но не важно. Да, и, например, навык вот создавать вот этот поток жидкости, он легко формируется у женщины. То есть... В теории она сама без него может сделать... Абсолютно. Что ты будешь делать? Так. Сейчас взяли и обесценили вот, этих вот парней, которые добиваются. Она, оказывается, сама может. Так, то есть, в принципе, если у девушки, для телезрителей у нас... Во-первых, же... парень может действительно добиться оргазмической разрядки у женщины и одновременно с этой разрядкой добиться выделения мочи чисто механическими некоторыми своими действиями. Если это очень, с его точки зрения, является апогеем его мастерства, это то, продают за дорого то, сейчас. То как бы, те люди, которые его этому учат, очень плохо разбираются в сексе и в том, что реально доставляет удовольствие. Но женщине. Очень неплохо монетизируется. Да, у нас, кстати, курс запустился с Михаилом Сергеевичем. Мы дали туда, и ты знаешь, что это такое. Тоже, да, обучаете? Конечно, естественно. Мы после этого сейчас будем записывать. Но, похоже, меняем концепцию. Ну, я могу присоединиться и обучать женщин. Вот. Что такое хорошо и как бежать от такого парня. Без шуток, ряд клиенток задают вопросы. И после, в частности, нашего предыдущего кадавр-курса, где мы тоже, в частности, разбирали историю про сквирт, девушки стали задаваться вопросами. И вот как раз то, о чем вы говорили, что... Первично, до появления каких-то жестких проявлений проблем тазового дна, начинают происходить изменения в там, либидо, в половой жизни, и девушки стали задумываться,
А сквирт ли это или действительно во время разрядки тазовое дно не выдерживает и получается выделение? Это уже, мне кажется, супер приятно, в смысле знать. Значит, о том, что есть такая проблема. Да. Мы поэтому уже что-то спасибо изменили, огромное. И люди уже задумались, да, о своем здоровье и будущем. И уже прекрасно. Вторая история про одна из статистик, которую тоже читал, по-моему, она на территории России была. Каждая третья женщина в возрасте до то ли 35, то ли 40 лет уже имеет какие-то первичные признаки проблем тазового дна, связанные с обычным недержанием, либо, может быть, с каким-то опущением. И часто с чем сталкиваюсь, девчонки приходят же в фитнес после родов, естественно, надо типа в себя прийти. И вот обычно после первого ребенка они как-то быстро, хорошо в себя приходят, там животики, все прекрасно. А вот после вторых, вот говорят, вот прям родили, чихнули и такие ой-ой-ой. Пора за третьим. Ну, чтобы наверняка. Подобное, подобное, так сказать. Так вот, вопрос в том, что часто бегут в зал на какие-то растяжки, пилатесы и так далее. Тема очень деликатная для обсуждения с тренерским составом. Одно дело, когда девочка с девочкой говорит, другое дело, когда девочка с мальчиком. И я мальчик, ко мне приходит девушка, первый вопрос, который я задаю, там, ну, рожали, нет, сколько детей. И, соответственно, если ребенок 2 или 3, или тем более больше, ну, в принципе, мы как специалисты по движению должны уже подозревать, что наверняка не все так хорошо там. Поэтому, выбирая на первом этапе, как минимум, программу тренировок, ну, не стоит давать какие-то сверхинтенсивные нагрузки, сверхтяжелые нагрузки, прыжковые нагрузки. И когда мы даем какие-то упражнения, не знаю, по дыханию, к примеру, мы обычно закидываем такой якорек. А еще это полезно для тазового дна. И смотрим на реакцию клиента. Клиентки в данном варианте. Так вот, девушки обычно говорят, да-да-да, вот типа хорошо, а мы не знаем, что нам нужно, какие упражнения-то давать. Подскажите, пожалуйста, вот когда есть уже проблемы с тазовым дном, к примеру, недержание, может быть, там стрессовое недержание или может быть какое-то там опущение стенки влагалища, в мире, в хорошем мире вашем, какой протокол? Ну, то есть, что, вот куда мне, как тренеру, отправить девушку? Поправка, мы со сквиртом не закончим. Да, мы вернемся, простите, да. Эти тренеры, блин, что ты вот просто поприседай и все. И сквирт обеспечен, вот, все нормально. Это важно. Между прочим, я групповые тренировки вел. Я вот такое, да, видел, да, что мам не горюй. Боже, откуда у меня эти слова? Перерождаешься? Я сейчас как тендонопатию скажу тебе. Раунд. Простите, да. А протокол, кому отправить и как, скажем так, в норме должно выглядеть та самая реабилитация? Потому что мы считаем, что эти мышцы можем мы натренировать в фитнесе, но что-то я не очень сильно с этим согласен. Я согласна с тем, что эти мышцы можно натренировать в фитнесе, особенно если женщина... Вообще заниматься мышцами тазового дна нужно начинать еще до беременности и до родов. Наш активный образ жизни с активным амплитудным движением диафрагмы, с вовлечением больших мышечных групп, это все в конечном счете обязательно вовлекает и в свою работу, и тазовую диафрагму. И поэтому это как раз та самая работа с теми самыми мышцами тазового дна. Самое что ни на есть. Самое эффективное, самое правильное, самое безопасное и самое корректное. Курс по дыханию у меня на сайте. Но когда женщина носит во чреве дитя, у нее уже существует определенная нагрузка на тазовое дно, которая уже создает определенные угрозы его состоянию. Роды. Если это роды через естественные родовые пути, то чисто механически мышцы тазового дна растягиваются в длину существенным образом, до 2-2,5 раз в длину. Такое возможно, это удивительное, удивительное, что природа нам позволяет благодаря вот действию гормона беременности прогестерону, который вырабатывается плацентой в огромном количестве, и он делает вот ткани такими податливыми, такими способными к растяжению. Но все равно это растяжение в большинстве случаев для женщины становится травматично. И так же, как в спорте, в реабилитации спортсменов,
абсолютным, ну, как бы, абсолютной истиной считается двигательная реабилитация, также и женщина в послеродовом периоде, в отдаленном послеродовом периоде, не ранее, чем через, ну, по крайней мере, активную физическую активность следует ей рекомендовать где-нибудь недель через 6-8. Дыхательные же упражнения можно, я бы сказала, даже нужно начинать прямо в палате послеродовой в родильном доме. Но если это повторные роды и никакой реабилитации не было, то мышцы тазового дна, подвергаясь нагрузке во время родового акта, они травмируются в большей степени, mm-hmm. потому что они менее эластичны, они более ригидны. А еще и разрывы. Мы немножко, наверное, преувеличиваем значение разрывов. Все-таки 75% женщин, у которых опущение, и разрывы не коррелируют между собой. Количество разрывов, разрезов, отрывов, оно значительно меньше. И в большинстве случаев, когда реализуется разрыв как таковой или разрез, его все-таки акушеры-гинекологи зашивают. Спасибо. Но если разрыв состоялся, то ему предшествовало, конечно, растяжение, повреждение мышцы, механизм травмы растяжений, так это называется в травматологии. Поэтому эта мышца все равно кандидат на то, чтобы потом реализовать вот эту недостаточность, слабость, как угодно мы это можем с вами назвать. Пред-пролапс. По факту мы уже будем иметь ослабленные, истонченные, менее координированные мышцы тазового дна. Это можно оценить пальпаторно при гинекологическом исследовании. Кстати, гинекологическое исследование... Сейчас про это дойдем. Сейчас вернемся к спирту. Да. Хорошо. Я про другое хотела сказать, что гинекологическое исследование вот уж точно имеет право делать только акушер-гинеколог. То есть тренер... Мне представляется просто отвратительным. В смысле, а через штаны нельзя посмотреть, то, что у него напрягается там живот? Нельзя живота. Это посмотреть и пальцами там лазить. Вот это по прям... штанам. А уж не то, что по штанам. Я записался, интересно. Вы понимаете, я это постоянно слышу от женщин, что какие-то люди где-то что-то кому-то потрогали. До ваших психологических якорей мы дойдем. Сейчас, подожди. Я прям не могу. Вы тоже. Сейчас вернемся к спирту, товарищи. Секунду, товарищи. Вы представляете, сколько условий требуется от акушера-гинеколога для того, чтобы он обеспечил безопасную среду проникновение пальпаторного в своем гинекологическом кабинете. Сколько вообще канонов стерильности и санэпидрежима. И вот это все, что происходит в каких-то непонятных комнатах, на каких-то ковриках. А вы знаете еще, какие курсы сейчас проводят по работе с органами малого таза среди остеопатов и мануальщиков? Да ужас. Это я расскажу, я остеопат. Подожди, наблюдение сейчас. Это преследуется законом. Да, между статья сейчас... Поговори про это. Да, на кадавр-курсе нам расскажут. Про тазовое дно наблюдение из тренерской практики. Очень часто, когда мы выясняем, что у девушки есть проблемы с тазовым дном, мы выявляем у нее так называемый перевод. Перевернутое дыхание, то есть когда на вдохе у нее живот не надувается, а наоборот втягивается, это раз. А два, есть еще секретики при работе с дыханием. И... Есть пара уретральных желез, секретики. Что вы там делаете? Говори на русском. Пара это рядом, уретральные, в общем, там вот. Поживи да. с этим. Работая с дыханием, многие просто дышат. А тут есть маленькие нюансики. Мы можем дышать в разные регионы живота, соответственно, и там передняя стенка, задняя брюшная стенка, нижняя часть. И в частности мы видим большую проблему в работе нижней части живота. Она иногда бывает, обычно, если у девушек был какой-то спорт, в гипертонусе, и на вдохе-выдохе там не меняется напряжение, оно постоянное, хроническое. А другая крайность, наоборот, когда живот сильно выпячивает, и у него нет способности к тому самому сокращению. Но при этом девушки активно могут дышать верхней частью живота либо грудной клетки. И вот как раз к разговору о различных техниках упражнений очень много нюансов как раз в дыхании. Но в любом случае лучше делать что-нибудь, чем ничего, но при этом еще раз проконсультируйтесь с квалифицированными сотрудниками.
Вот я хочу сказать, что когда мы имеем дело со специалистами по движению, которые вот в таких тонкостях так глубоко разбираются в техниках дыхания, которые заведомо лучше любого акушера-гинеколога смогут... А порой и терапевта? Смогут это наладить для пациента, для женщины. Наверное, с этого и надо начинать. Это вообще прекрасно. И это, если нет реальных жалоб, то, возможно, этого и будет достаточно. Начните с этого, займитесь этим. Это одно из самых эффективных инструментов для того, чтобы восстановить правильную двигательную активность и состоятельность мышц тазового дна. Ведь проблемой мышц тазового дна с равной частотой, если не с большей, является и гиперкинетическая дисфункция, а не только ослабление. Особенно у мужчин это вообще как бы да, основная. Каждый первый. Да. Леха рассказывал. Да. Погодите, мы сейчас где-то... Сквирт туда, мы уходим. В смысле? У меня тут пишут уже. Насущных от людей, которые... Вот я прям чувствую, я же этот... Остеопат. Ну да. Значит, учитывая то, что вы сказали, что естественные роды, ну или... Ну, естественные роды, правильно что название? Да. Роды естественным путем. Да. Угу. Значит, они приводят к куче проблем, риск, ну, сильно высокий. Соответственно, проще либо кесарево. Кесарить, либо рожать в воде, ну, чтобы там тепленько. Это Кирилл Алексеевич, он часто ходит. Это ягодица Кирилла Алексеевича. Почему не видно? А, он вывел на другую камеру. А, и вообще, в принципе, у нас это, да. А тебя в другую камеру видно? Значит... Все хорошо. Да, все было. Да. Значит, неважно. Значит, то логично, что, рожать тогда в воде, чтобы максимально все расслаблено было, в тепленькой такой. Либо кесариться. Насколько корректно вот эти ребята, которые сейчас тоже активно пропагандируют, в том числе роды дома, в воде там, и так далее. Ой, слава богу, что они пропагандируют кесарево сечение. Это было лет 20 назад очень модно. Всем делать кесарево сечение, да. Ну, я поэтому спрашиваю. И я даже знаю одного доктора из Америки, который бывший наш соотечественник, вот он приезжал к нам, и он рассказывал, что он женщинам сразу говорит, что давайте я вас прокесарю, а то все равно потом ко мне придете на операцию по тазовому дну. Потому что как бы финансовая составляющая кесарево сечения, она заведомо выше, чем естественных родов. Нет, конечно, любая лучшая операция – это не сделанная операция, потому что кесарево сечение имеет целый ряд серьезных осложнений серьезного хирургического вмешательства. Но самое неприятное в кесаревом сечении – это то, что после кесарево сечения, как ни странно, на матке образуется рубец. И это та зона, которая становится зоной риска в следующей беременности, что обеспечить растяжение матки от вот такой маленькой, вот такой махонькой штучечки, вот она у меня там в тазу, до огромного шара, удивительная способность этого мышечного органа, и при этом выдерживать давление во много атмосфер изнутри, в области вот этого рубца, всегда будет представлять риск разрыва матки. А это смертельное осложнение и для младенца, и зачастую для матери. Да. Потом вот в области этого рубца может врастать плацента. Это тоже такая неприятная история, конечно, потому что из-за того, что плацента вырастает в рубец, после того, как ребенок рождается, матка не может сократиться. Плацента мешает этому сокращению, и из-за этого происходят тяжелые витальные, то есть приводящие к смертельным исходам тяжелейшие маточные кровотечения у женщин. Да. И, наконец, этот рубец может стать источником инфекции, которая длится в этой матке, течет непрерывно. И это может стать причиной отсутствия последующих беременностей. То есть кесарево сечение – это всегда вынужденная мера. Далеко не панацея от проблем. Совершенно не панацея. Это просто вынужденная мера, когда есть угроза плоду или матери, и приходится идти на эту операцию. Если же говорить про домашние роды, это совершенно другая история, которая... Ну, которая, наверное, кажется такой милой и очаровательной только тем, кто никогда не видел акушерского кровотечения. Вот я видела еще в студенческие времена,
когда лежит женщина в родильном блоке на родильном столе. И вот после рождения ребенка ты видишь вот раз, и такое лужица такая на столике, куда вот, собственно, опускается ребенок, когда он рождается. Потом эта лужица в одно мгновение больше, больше. И вот она уже на полу, и вот она уже как наш коврик. И вот это стремительно вот так растекается, как будто мы вот так вот открыли воду из крана. Вы представляете, когда у вас сорвало кран, и вот эта вода бежит, и вы понимаете, что надо что-то делать. А здесь то же самое, только это кровь. А у нас всего-то 5 литров в организме. А после литра может начаться уже изменение свертывающей системы крови, и женщина просто погибнет от, ну, от тех необратимых изменений во внутренних органах, которые влечет за собой потеря крови, сопряженная с нарушением состояния свертывающей системы крови. ДВС это называется, не суть. Важно, что это происходит вот в какие-то минуты, минуты. И ни одна женщина не застрахована от акушерского кровотечения. Вот, и самое печальное, что мы заранее не можем его прогнозировать. Я и говорю, его не всегда можно прогнозировать заранее, совершенно верно. И как можно подвергать женщину, какие бы мы ни придумывали при этом основания, пожелания, причины, аргументы, ну, и на мой взгляд, их не может просто существовать, чтобы женщину подвергнуть риску вот в такой ситуации, когда она рожает дома. Вопрос антивопрос на эту тему. Тогда то есть утверждение. Получается, ну, тут именно. Я тогда как-то это... Не-не, все-все. Я в ту сторону градусу вела, хорошо. Наверное. Но это прям... Это наболевшее. Реально тем более сейчас же это модная история. Реально да, так. Сильно модная. Получается... Вы знаете, это компенсаторно. Вот это такая отрыжка советского родовспоможения. Вот этих советских родильных домов, куда укладывали женщин, говорили ей «не кричи», еще поддавить на живот, ты как бы могла заниматься с мужем, вот теперь терпи, вот какие-то такие гнусные, оскорбительные позволялись фразочки. Поддавить на живот – это вообще отдельная история, Кристеллер, это то, что приводит к разрыву фиброзного кольца, вот тех самых фасциальных компартментов, которые в основном и удерживают внутренние органы, органы таза в этом тазу. Вот при Кристеллере как раз это все рвется. И это очень опасно для малыша. Это очень опасно для малыша. Поэтому этот прием, да, сегодня он критично осуждается. Но когда, опять-таки, находится женщина в домашних условиях, и в какой-то момент начинает страдать сердцебиение у плода. Вот в обычной ситуации, в обычном родильном доме, ставится там капельница с окситоцином, если не удается ускорить процесс рождения, у нас вот в 10 метрах переводится женщина в операционную и проводится операция кесарево сечение, достается ребенок, который еще жив. А что будет в домашних условиях? В домашних условиях домашняя вот эта акушерка, с позволения, нет, она будет делать Кристеллера. А как же? Ей надо выдавить этого ребенка, чтобы он быстрее родился, пока он еще живой. Это очень частый прием, к которому приходится прибегать для того, чтобы ускорить родовой акт. То есть это страшные риски осложнений и для малыша, и для матери. Это отвратительная, гнусная практика. Женщины к ней прибегают для того, чтобы обеспечить себе комфортные условия в родах. Им хочется... Им хочется, чтобы было тихо, тепло, гнездышко. Темно, гнездышко. Гнездышко им хочется, конечно. Это совершенно понятно. Вообще у женщин уж невероятным образом меняется психика во время беременности. Ой, да. Вообще. А я тут есть, что-то да. про мозг изучаю. Да. Сейчас расскажу еще. И про как это? Они совершенно другие становятся женщины, да. И вот эти гормоны, вот эта гормональная буря, она... Это же удивительно. Вот представьте, самка ради Богомола. Своих детенышей готова пожертвовать собой. Где же основной инстинкт? Инстинкт самосохранения. Вот эти гормоны... Хотел бы ей они... сказать в рифму, в данном случае она более чем подойдет. Неприличная рифма.
Логично, что он концентрируется там. Концентрируется там, да. И у женщин возникает непреодолимое желание вот что-то сделать не обязательно самой. Вот обязательно самой без врачей родить. Обязательно самой до полового созревания грудью выкормить. И вот это желание, оно не всегда адекватно. И нужно понимать, что оно биологически обусловлено. Угу. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что получается по логике правы те, я сейчас корректное слово подбираю, самочки, переходящие в самцов, которые, я не про трансгендеров и так далее. Мы не в Америке, это радует. Которые говорят о том, что, слушайте, ну реально огромные проблемы там с этими детьми, с родами, там, что-то выкармливать, там, вот, не буду рожать. Это хорошо или плохо для вообще физиологии тела женщины в целом? А вы знаете, что грудное вскармливание кратно снижает самое частое онкологическое заболевание у женщин, которое поражает каждую восьмую женщину – рак молочной железы. То есть рожать как минимум лучше для себя. Ну, отлично. Как минимум. Так, а с точки зрения именно все-таки про малый таз, с точки зрения малого таза, это же наоборот, до конца жизни будет все крепенько, не растянуто и так далее. Это же логично? Ну, в какой-то степени да, но это, наверное, та плата, которую мы платим за возможность быть родителями. Это мне же понравилось в лекции нейрофизиолога одного американского. Он говорит, с точки зрения эволюции есть два рода – мэ и жо. И, соответственно, у рода под названием жо жизнь делится на два этапа – подготовиться и родить, ну, для продолжения рода. И вот это у меня сейчас тренинг по специфике тренировки девушек был. Месячный цикл также делится на два этапа. Подготовка, потом облом и, ну, как это, слезы. И вот в рамках этого периода, понятно, что во время беременности все меняется. У вас даже каждый месяц голова, я про тело, структуру молчу. Будет интересно, насколько матка изменяется, я до сих пор не могу отойти от этих цифр. У вас голова меняется, у вас меняется структура организации связей в мужичке, шаткость походки увеличивается. В одних исследованиях говорят о том, что риск получения травмы крестообразной многократно увеличивается в предменструальную фазу. Плюс есть такая часть в голове, называется миндалевидное тело, оно отвечает за обработку эмоций. В целом за там, психоэмоциональный фон, так вот, оно увеличивается сильно, поэтому во время предменструального синдрома, естественно, что будут вот такие вот скачки. И сейчас интересно, насколько современные технологии показывают, как, ну, какие вы инопланетянки. За это прям вот я на коленях отдельное это спасибо комплимент говорю. Был, Илья, да. Сергей, это восхищение. Восхищение. А как красиво. Космос внутри нас, а вас это же целая вселенная. И вот Илья, вся вот эта вот... Нет, но вот эта вся огромная вселенная, она ведь давлеет над женщиной. Да. Женщины крайне редко способны ощущать себя счастливыми, не имея детей. Вот. В огромную часть своей жизни, посвятив работе с пациентами инфертильными, у которых нет с бесплодием, очевидно, насколько это травмирует женщину, насколько это становится ее сверхценной идеей. И, конечно, целостность тазового дна точно не тот аргумент, ради которого женщина лишит себя позиции такой высокой цели. Я себе три вопроса еще записал. Да, давай. Они посвящены диагностике? Давай тогда диагностику, да. А потом вот это. Значит, предлагаю такую, да, там один вторую часть, да, большую сделать по поводу того, моих волосатых носков. Вот есть, ну мы разобрали, да, есть тренеры, тренерское сообщество, есть врачи, там, реабилитологи, а есть гинекологи. Каждому из нас, ну плюс-минус, да, может прийти девушка, ну или там женщина, пожалуешься, не пожалуешься на что-то, но так или иначе доступ к телу, ну с точки зрения юридического какого-то аспекта, как минимум, имеют гинекологи. Так вот, на мой взгляд, ну, суть потому, что я услышал с прошлого кадавра, даже среди гинекологов не особо есть в теме специалисты, которые в курсе, что такое гиперкинетические и гипогенетические проблемы. То есть, ну, посмотрели там, ну, условно, шейку матки, там, вроде бы там снаружи, сверху, справа, слева, но там женщина ойкнула, потому что, ну, вроде, ну, не знаю, может, она холодно не успела расслабиться, вот. Как-то и вот, и, ну, зашло, как зашло. Вот, ну, и в целом все, потому что, ну, с точки зрения гинекологических проблем у нее никаких, ну, мазок взяли еще бонусом.
И все. Есть же такие специалисты, скажем, прямо в гинекологии, да, наверняка. Ну, вот. Нет, как, ты что? Как, собственно, понять, ваш, не ваш гинеколог, может, не может определить вот эти проблемы, и вообще нужно ли их определять? Может, действительно, тренер может там посмотреть, там, надувается живот, не надувается, и нормал, закачивать мышцы тазового дна. Одним словом, закачивать их или не закачивать? И как понять это? Если есть жалобы, нужно идти к специалисту. А какие вот жалобы могут привести к специалисту, кроме рези при мочеиспускании? Или подтекание. Да. Или подтекание как таковое. Так. Это первое, на что женщина должна обратить внимание, если такой симптом есть. Угу. Снижение удовольствия в процессе интимной близости в силу ощущение широкого, емкого влагалища. Это у нее или у него? У обоих. В первую очередь у нее. В первую очередь у нее. Вот вашему Лехе передайте, что мужчина... Это у него тоже есть такой. У меня хороший Леха. А мужчина с сохранной эректильной функцией крайне редко увидит разницу у женщины, рожавшей и не рожавшей в емкости ее вагинального канала. Это... Женщина скорее, сможет ощутить вот эту недостаточную плотность и прилегание. Кстати, у женщин после кесарева сечения в послеродовом периоде обратная проблема. Степень выраженности сухости на фоне лактационной аменореи у них бывает даже выше. То есть, перевожу на простой язык. Да, после родов у женщины развивается состояние лактации, кормления грудью. Обеспечивается выделение молока за счет гормона пролактина. Этот гормон блокирует циклическую работу яичников. Яичники спят почти что как в климаксе. И в этих условиях количество женских половых гормонов очень низкое. И вот на фоне этих низкого уровня женских половых гормонов снижается и половое влечение, снижается и лубрикация слизистой, и, соответственно, во время интимной близости женщину, как правило, беспокоит сухость. У женщин после кесарева сечения это выражено в большей степени. Естественные роды в какой-то степени облегчают эту ситуацию в реальности. Следующий симптом, я возвращаюсь к диагностике, да, это появление аэровагинизма, то есть звуков. Булькающих, хлюпающих, пукающих, как там угодно их можно назвать, они могут возникать при интимной близости. Они могут быть и вне ситуации, связанной с родами. Или наоборот, они могут появляться, но не беспокоить партнеров, а даже так определенным перчиком быть в их близости. Но чаще женщина стесняется этих звуков, они вызывают у нее дискомфорт, и они обусловлены тем, что, опять-таки, нет плотного прилегания. При близости. Подобные звуки могут возникать и при выполнении физической какой-то нагрузки, при приседании. Можем ли мы назвать это слабостью мышц тазового дна? 100% сразу же. Ключевое слово, я так понимаю, слабость. Нет, это нужно разбираться. Это все равно нужно разбираться. То есть мышцы не всегда у тазового дна слабые? Не всегда. Супер. А может ли быть такая ситуация, когда... Я подвожу. Значит, когда, допустим, я София условная, я в розовом имею право говорить, взяла у него дальше не продолжай. Курс. А, ну ладно. Значит, про там тазовое дно, условно. И делаю его, а как-то вот партнер Леха говорит о том, что ну что-то там, охват там и все такое, что-то не меняется. А потом в какой-то момент времени у меня прям начинает ныть, гудеть, там, болеть и так далее. Вот гипотетически может быть такое, что излишне напряженные мышцы могут быть у девушки, и как это определить? Да, это проблема, которая, как я уже сказала, встречается даже чаще, чем ослабление мышечное. Очень часто этим страдают девочки нервные, эмоциональные, дисфоричные, тревожные. Вот степень тревоги, она может отражаться на мышечном тонусе. И тогда мышцы становятся ригидными, они не участвуют в движении мышечного батута. И это приводит, между прочим, к такому же, в принципе, истончению, ослаблению. Более того, эта ригидность не позволяет расслабиться и растянуться этим мышцам адекватно во время родов. В такой ситуации мышцы заведомо страдают в большей степени,
чем если не было вот такой гиперкинетической дисфункции. Очень часто вот такие напряженные мышцы могут давать дискомфорт и во время интимной близости. От болевых ощущений в момент пенетрации до снижения увлажнения и вообще удовольствия во время близости и как бы до каких-то, на первый взгляд, лайтовых проблем, которые связаны с оргазмической разрядкой. Правильно ли я понимаю, что в этом случае совершенно глупым будет брать специалиста, который расскажет о том, что нужно укрепить, наоборот. Раз болит, надо закачать. Это не самая лучшая идея в этом случае. Вот как бы пример из жизни. Приходит ко мне пациентка с явным каким-то дискомфортом. Вот она преодолела в себе некий барьер, придя ко мне на прием. И с порога, приподняв подбородок, она мне говорит: вот вы знаете, я вообще-то поднимаю мышцами влагалища 800 грамм. Пауэрлифтер, вот та самая. Та самая. Тазоводная. На выдохе или на вдохе, или не уточняю? Конечно, на выдохе, они же мышцы выдоха. Я-то знаю про дыхание. На вдохе они эксцентрически напрягаются. Да. То есть мышцы тазовые у меня хорошие, говорит она, но у меня пропал оргазм. И когда я ее осматриваю, я вижу истонченные, вот тоньше моего мизинчика, эти мышцы, которые, которые не способны, да, вот в принципе пальчики могут быть охвачены на один, на два или даже на три пальчика, чаще на два, на три реже. У нас даже есть специальная разработанная. Сейчас представляете, где-нибудь в Кемерово, в Рязани или в Москве, в Бутово, кто-нибудь такой: а ну-ка, иди сюда. Так и надо. Друзья, в моменте, пожалуйста, сейчас уточним. На два, на три и на один пальчик. Что является нормой? Нормой является, ну, больше двух. Все, супер. Больше одного, скажем так. Меряем пальцы. Мне задали вопрос, а может ли муж это проверить? Вот, ответ. Потому что это будет история. Я честно говорю, мне такой вопрос задали. Говорит, а можно не специалисты? Говорю, ну муж, я понял, уже хорошо. Академиком Родинским и кандидатом медицинских наук ТАКТАР Лилии Геннадьевны разработана специальная анкета, опубликованная в руководство гинекологическое. Записываем. Которая прям вот пошагово позволяет оценить именно функциональные кондиции тазовой диафрагмы. Вот этот прием, о котором я сейчас говорю, это один из компонентов вот этого анализа. То есть... И он опубликован во всех ключевых руководствах современных гинекологии. Давайте, простите, в момент гинекологического осмотра интервагинального, соответственно, просит специалиста сжать пальцы, и нормой будет являться сжатие двух или, ну, ощущение. Да, ощущение двух, больше, чем одного пальчика. А что будет являться ширину не нормой, кроме сжатия? Вот что гинеколог такого делает? Такого, что не может сделать тренер? Со штангой. Гинеколог имеет возможность осмотреть женщину полноценным образом, вот оценить все эти приемы вагинально. Это нельзя сделать снаружи. То если есть, тренер не будет засовывать пальчики. Я вам секреты расскажу. Давайте. У меня вопрос. Вот в мире фитнеса есть мнение о том, что мы можем никуда не залезать. Нам надо, знаете, куда посмотреть? Повернуть девушку и посмотреть под ягодицы. И если там есть вот такие складочки, то это говорит о том, что есть проблемы с тазовым дном. Можно прокомментировать это утверждение? Наверное, очень часто у женщин, у которых страдает тазовое дно в результате родового акта, ее фасциальный компартмент, видимо, подвержен в большей степени повреждению, скорее всего, будет страдать и передняя брюшная стенка. И как следствие будет диастаз или ослабление мышц передней брюшной стенки, фасции передней брюшной стенки. Это будет менять осанку, это будет менять угол наклонения таза. Это неизбежно повлечет за собой уплощение ягодиц и усиление подъягодичных складок. Так что вот эти вот наблюдательные люди из вашего мира не так уж и не правы. Но, конечно, это не может быть критерием, по которому следует оценивать и мониторировать восстановление
тазового дна. Идеально. Спасибо большое. Вернемся к интравагинальному осмотру. А ретально это будет в конце концов. А ретально тоже можно. Вот. Я просто, на самом деле, подытожить. Только гинеколог, но это, на мой взгляд, важно отметить, может понять гипер- или гипокинетичность, то есть гипертонус или там гипотонус этих мышц по причине вот этих функциональных тестов, как минимум с точки зрения пальпации. Потому что все остальное это сильно косвенные признаки. Сильно косвенные признаки. И сама пальпация, она же должна... Это же не так, это же нужно наработать определенно. Вот, знаете, мы смотрим на... Ой, извини, пожалуйста. Мы смотрим на лица, и вот... А вы еще и на лица? Нет, я другое хочу сказать. Что вот, предположим, прилетаю я в Таиланд, и в первый день мне кажется, что люди все очень похожи. Просто большие кадыки. Девочек у всех. А где-нибудь к третьему дню я... Сижу и думаю, боже мой, какая красивая девочка вот с этой типичной тайской внешностью. Ну вот она, я уже начинаю их различать. Точно так же, когда ты годами осматриваешь женщину первогинум, у тебя складывается так же, как и вы, в своем... Первогинум. Своих лет? Да, я имею в виду в вашей практике. Ощущение насмотренности. И ты малейшие нюансы способен оценить. Нюансы и анатомии, и физиологии. Потому что, когда ты оцениваешь гиперкинетическую дисфункцию, помимо, собственно, вот этих напряженных, ригидных мышц, это как бы крайняя форма, которую легко понять, легко увидеть, легко диагностировать. Но уже какие-то стертые варианты, они будут себя проявлять там, как неспособность расслабиться. Или расслабление, которое наступает ступенчато, да, отложенно, не полностью. Ну, какая-то масса каких-то нюансов, которые нарабатываются многочисленными повторными осмотрами. Все-таки даже среди гинекологов, специалисты, которые реально разбираются в этом, встречаются не так часто. Это и моя вина в том числе. Где как человека много выступающего, много занимающегося популяризацией этих знаний среди врачей, акушеров-гинекологов. Это и моя вина, что таких специалистов не так много, но они точно есть. И с каждым днем их становится все больше и больше. Уже 5 по России. Где их искать? Где их искать нам? Мне, как педагогу, с гордостью хочется сказать, что вот у меня есть как минимум 3 моих ученицы, которые умеют и знают все, что умею и знаю я. Ну ладно. Да, абсолютно. Абсолютно. Это так. И помимо них есть... тысячи врачей, которые были участниками наших семинаров, наших конференций, наших конгрессов, наших школ. Дайте базу, поделитесь, куда отправлять. Давайте дружить. Я прям за. Очень важно. Я очень прям с радостью. Подскажите, какую информацию вы от меня ждете? Мы на кадавре поговорим об этом. Хорошо. Прям кстати говоря, проект. Пришла, если вдруг кто-то забыл. Да, а что будем разбирать? Я вам даже больше скажу, что мы сейчас потихонечку переходим к различного рода... К вину. Это раз, два. Это сказали куриное это, как это? Косточка, да. Но это не то. Мы сейчас вернемся к этому. Собственно, как бы к этому нам-то логично перейти. И вопрос... Она же не знает, что же это такое. У нас просто еще гости там за кадром. И логичный момент, что правильно ли я понимаю, что в идеале, подчеркиваю, в идеале, было бы неплохо тренерам, которые проводят, почему я это спрашиваю, не понимаю, тренерам, которые проводят подобные курсы, да и врачам, все-таки работать совместно с гинекологом. Первичный осмотр гинеколога, после этого гипо или гипер, и дальше тренер подбирает какую-то программу, а не всем для всех. В нашей реальной практике это так и происходит. Ура! Где-то есть такое. Я про это. Меня очень впечатлило на предыдущем курсе, когда вы привезли биологическую обратную связь, и мы в режиме реального времени смотрели на ту самую ювелирную работу. Мне сильно приятно то, что мы пытаемся сейчас, мы, в смысле, хорошие преподаватели, донести до наших коллег на курсах, в частности, по тазовому дну, о том, что когда есть проблемы с мышцами,
Там нужна деликатная настройка, подконтрольная. Совершенно вот это верно. По своим ощущениям, тоже было интересное исследование у пауэрлифтеров, там были и мальчики, и девочки, и большинство не знало, что они сокращают, сокращают ли, и как это сокращается. Конечно. И говорят, было другое исследование, его лично не видел, но типа Леха рассказывал о том, что даже проводилось исследование среди специалистов по пилатесу, вроде, которые должны быть, ну, царицами вот этого тазового дна. И происходило это, естественно, под контролем, и были большие проблемы, потому что люди были уверены, что они делают то, что нужно, а по факту работало не то, что нужно. Хотел сказать, коргазму это другое, мы тоже об этом поговорим, но, видимо, уже на курсе. Синергистическое сокращение соседних мышц. И происходит такой вот, такая обманка. Совершенно верно. Вот когда у меня не удается не в огромном зале, а в небольшой группе проводить обучение, то мы всегда выполняем некую практическую работу. Мы вот просто садимся в определенную позу и под моим четким контролем, под руководством проводим попытки сокращения тех или иных мышц с контролем того, что происходит на самом деле. И это возможность для каждого участника понять про себя. Он-то вообще что сокращает, когда он думает, что он делает что он упражнение Кегеля. Да. И очень, к сожалению, много разочарований. Да, среди тех, кто считает, что он практически гейша, уровень бог. Да. Я про, опять же, специфику. Нам надо делать курс, это раз. Насколько логично все становится, когда мы отправляем, коллеги, совет, мы отправляем наших подопечных к высокопрофессиональным коллегам, там вы их обучаете напрягать то, что нужно, даете рекомендации, и они приходят к нам. И мы вот уже с этими рекомендациями, с их навыками напрягать то, что нужно, уже переходим, а в реабилитацию у нас это называется функциональный этап, да. Между прочим, переходим к функциональному этапу это реабилитации. Это идеальный формат, потому что научиться... Продано! Хорошо. Ну, у меня логичный вопрос. Какие упражнения-то делать, если все-таки слабые мышцы? На выдохе. Для того, чтобы эти упражнения действительно делать, именно те, которые надо, вот этого самого Кегеля несчастного, нужно освоить технику. Он счастливый, судя по тому, как это. Да, как его запомнили в веках. Существует специальная технология, которая широко распространена как раз среди специалистов физиотерапии тазового дна. Это 3 года учится. Да. Это технология биофидбэк или БОС-терапии, то есть тренировки с биологической обратной связью, которая в целом ряде стран западных, да, не просто золотым стандартом, она покрывается страховками государственными. О. Бесплатно, там 10 боссов после родов в Германии, например, в Голландии, там вообще самая лучшая, на мой взгляд, система физиотерапии тазового дна. И вот это когда можно визуализировать на экране работу мышц тазового дна и оценить, вот какое твое мышечное усилие реально приведет к сокращению, или оно приведет к сокращению совершенно не тех, а ассоциированных, как вы говорите, синергичных мышц. Те, кто не попали на наш прошлый кадавр в Целеви, потому что ровно это мы как раз смотрели на нашем предыдущем кадавре. Да. У меня еще вопрос по тренировке тазового дна тоже задавали. У нас остается 10 минут. И мы сейчас про вино и про туры расскажем. Да подождите, про оргазм надо закончить и сквирт. Про сквирт мы уже закончили. Все. Нет, но я так и не понял. Там. Давай еще раз объясню. Так, ну 7 числа, что мы будем обсуждать? Показывать будем даже. На самом деле, просто если кто-то, как и я, все-таки хочет узнать, ну может там все-таки не моча, потому что я читал, что там все-таки не моча, 7 числа поговорим, что там. И покажем, что может. И тизер. Да, действительно, может, сейчас надо вот так вот сделать, да, действительно, там может вырабатываться определенная смазка, секрет, там, слизь, как хотите это назовите, но она может вырабатываться, дальше там многоточие в каком количестве, поговорим. Хотя говорили об этом. Вот как все. Раз супер, мы придумали, посмотрим анатомически те образования, которые ответственны за выработку этого самого секрета, оценим их объем и прикинем, какое количество этот объем. И самое главное, может, какие, журавли прилетели. Какие там мощные мышцы, которые этот объем якобы могут так вот, да, прям вот до так стены вот, отнести. Да, до стены. Все, как мы любим. Честно, я никогда в жизни не держал 2 клитора в одной руке. Это потому, что ты не знаком с Лехой. Леха-то он... Ну, неважно. Антон, что у тебя?
У тебя гуси-лебеди. Гуси-лебеди. Только, наоборот. Если вы хотите. Ох уж эти мальчики. Все, унисон просто. А вы же как раз про это. Я сейчас, у меня две недели не было дома. Я соскучился по жене. Что происходит? Я думал, это для... Вот да. Как это, пашни? Вот да, это. МФР делать. Вот, на самом деле, это в натуральную величину, вот у меня в руке. Где большая камера? В руке. Да, в натуральную величину, давайте я положу вот так на ладошку, чтобы масштаб был очевиден. Вот так вот. Да. А я просто вот так буду. Ну, над этим желательно. И половина телезрителей сейчас, как это, сеансы чумака. Да-да-да, учебное пособие. Учебное пособие. Из университета физиотерапии, с кафедры физиотерапии тазового дна, из Амстердама. Они в курсе, что теперь оно у вас? Да, они в курсе. Да, они в курсе. И это учебное пособие представляет собой в натуральную величину женский клитор в эрегированном состоянии. На всякий случай, те, кто не осознает. Вот этот в неэрегированном, а этот в эрегированном. Ладошка достаточно большая. Большая, да. И, ну, смотри, тепло пошло. Да, это, и пульсация. При том от Елены Сергеевны, обратите внимание, оно вверх. А здесь... А там нет тепла. Тут холод. Я же мальчик, у меня нет такого. А вот это что такое? Что за пупырки? Здесь их нет. Это тоже эректильный тирал клитора. Это луковичные железы, которые участвуют в процессе кровенаполнения. И вот они, окружая собой вход во влагалище, создают как раз ту самую оргазмическую манжетку, при стимуляции которой и реализуется... А там какая-то мышца еще луковичная есть. То есть правильно ли я понимаю, об этом мы 7 числа поговорим и развиваем тему. Значит, правильно ли я понимаю, что от того, насколько вот здесь происходит наполнение, раз, и второе, насколько анатомически повезло девчуле с тем, где находятся эти штучки. Штуковины. Штучки может, у всех находятся приблизительно вот там, в одном и том же. Наполнение, там вот. Работа и так далее. Там вот. Может быть, повезло так, всем так называем. От рождения. Да. Просто сейчас поймете, к чему. Женщинам вообще повезло от рождения с этим делом. Я вам должна обязательно сказать, это важно. Значит, может быть, понятия, ну такие вот, ну как в учебниках, в Яндекс.Дзене написанное понятие клиторальный и вагинальный оргазм, что это разные вещи, и можно достичь одного, не достигая другого, и другого не достигая одного. А может, мы это оставим на когда? Да, хорошо. Я же к чему? 7 числа. На самом деле не все так просто, раз. И второе... Да, не только курсы сквирта. Ну, как бы да, там есть опция. Что такое сквирта курсы? Это другое совсем. А можно еще это сразу... Это гораздо более полезный навык. Супер. И можно сразу же задать вопрос. То же самое. Там парни рассказывали, Яндекс.Дзене читали, что вот эти вот ножки, они могут даже идти вплоть до области прямой кишки. И вполне возможно, именно с этим связывают некоторые специалисты, что анальный секс может быть даже еще более приятен, чем вот это вот все. Теребонькание. Ну, да. Как бы, если он еще более приятен, потому что какие-то там... Анатомические особенности? Какие-то там ножки едва-едва чего-то там достигли. Это как-то не очень логично. Ага, ну ладно, поговорим. Мне понравилась фраза Евгении Константиновны, между прочим, помню, из серии «Если двое людей считают, что что-то нормально, это нормально». Меня прям, я татуировку себе набил. Ну, да. И потом вот гуси-лебеди. Да, коллеги, на самом деле... Потрясающе. Если, пока они там это вот ножки клитора рассматривают. Значит, пока у нас все на сегодня. Вопрос у меня еще один. Целом, те, кто хотели задать вопросы, а именно Антон Николаевич, наверное, сейчас его задаст. Нет, я просто подержу ребенка. Окей. Четвертого. А вопрос был... на 7 я задам, и все. Ну хотя про что? Про беременность. Мы еще и про беременность говорим. Да. И про родовспоможение, вот. И про возможное то, что и про тренировку быть. Тазового дна. Это 7 еще разберем. Еще а сейчас... раз. Когда? 7. А что будет 7 декабря? Числа? У нас будет курс, кстати, онлайн, между прочим. Возможно онлайн участие? Невозможно, а только онлайн, потому что офлайн все распродано уже. Очно нельзя. А в онлайне можно? И будет запись. Запись будет, если вы приобретете. А если не приобретете, нельзя будет потом купить. Но это вы сможете сделать только до 7 числа, до 10 утра. А вот еще оргазм, есть не только оргазм, а еще, говорят, очень вкусный напиток. Да, это я с удовольствием прям расскажу. Расскажите, пожалуйста, я потому что я расскажу. Праздник рождения вина, я до сих пор отойти не могу от этого. Да. А я пока тут в маточке поковыряюсь. Историю, что как человек не только любящий там свою работу, но и любящий путешествовать, и любящий культуру застолья,
я оказалась соавтором чудесного напитка, вина с авторским названием «Оргазм». Вино «Оргазм» — это вино как лекарство. Подтверждаю. А принимал рецепт, по-моему, даже есть. Да, прямо на этикеточке есть рецепт, где написано, что следует принимать 50 мл этого вина за 30 минут. Ну, тут я не по рецепту принимал, конечно. За 30 минут до сексуального контакта. Вообще не по рецепту. Подождите, записать. Но самое главное, что это вино создается в Грузии, в Кахетии, на винодельне братьев Усашвили, создается органическим способом в Квеври, и в нем в 14 раз выше концентрация целого ряда ценных полифенолов, например, ресвератрола как такового. Очень красиво звучит. Да, это я потом расскажу. В общем, у нас существует винный тур, который я провожу по винодельням Грузии, где в России такого вина нету. В России тоже масса прекрасных вин, но так случилось, что вот «Оргазм», он родился в Грузии. Ай, как звучит-то! У меня друзья прям... И я рассказываю о целебных свойствах вина, но вместе со мной участвуют в этом туре мои друзья, которые рассказывают о медицине, о здоровье, о тренировках мышц тазового дна, о сексуальной функции, дисфункции и коррекции, и о женском здоровье, которое является неотъемлемой составляющей женского счастья. А можно совместить поездку в Турцию в Турцию? Да. Я просто в Италию лечу в феврале, а потом... Когда мы едем? Это конец февраля, начало марта. Так, уходит, мы вернемся. Мы как раз вернемся из Грузии, Турции, Италии. Отлично. Нет, только в онлайне. По промокоду «Шапка Тим». В этом году осенью мои друзья-виноделы заложили несколько кувшинов, в которых 6 месяцев вот этот виноградный сок вместе с мезгой настаивается. Хинкали потом. Да. И... Праздник рождения вина, который как раз и будет в конце февраля, начале марта. Подходит. Что же вы делаете? Открывают этот кувшин, и можно наконец попробовать, что получилось, какое родилось новое вино. Новый «Оргазм». Где билеты брать? Или новый «Longevity Wine». Куда деньги нести? Вам. Да. Все, внесите деньги нам. 7-го дадим все явки и пароли. Либо пишите в личку, мы скинем, кому обратиться. Я, кстати, в Грузию уже еду скоро. Встречаемся в аэропорту. Я мне уже контакты все взял. Вот именно. Я не шучу. Вы великолепные. Как вы так рассказываете? Спасибо вам. Я очень это люблю. Я всех приглашаю. Вот прям очень рекомендую. Но не больше 20 человек. Да, с каждого. Это раз. Мы сделаем несколько групп. Так, сразу. А представьте, что будет 7 числа. Вот именно. И вот так вот 8 Кстати часов. Кстати говоря, мы с Еленой Сергеевной уже обсудили. Ты тоже. Я согласен. А вот зрители не в курсе, тоже небольшой тизер. У нас также еще будет приглашенный сексолог, сексотерапевт, я не знаю, как он правильно называется, психолог и так далее. И это все будет в один день, представляете? Все в одно место. Кстати, оговорочка правильная. По Фрейду, все в одно место. И как уже, я почти Лего собрал. Если кто-то еще думал, не то, что моя задача это допродать, но как бы чего нет. Если кто-то еще думает, то думайте быстрее, потом записи не будет, обещаем. Нормально пообещал, записи не будет. Хорошо. И вот это разберем, и посмотрим, как это фактически, не инвиво, но если кто-то пожелает инвиво показать, мы будем только рады. Будет интересно. Точно. С вами... Вы великолепная Лена. Да, спасибо вам большое. Я возвращаю вам ваши комплименты, розовые молодые люди. Мы старались. У меня дочка, как увидела розовый цвет, сразу, папа, вот это без комментариев, конечно. Ну, не важно. Вот, да, поговорим. Да. Спасибо всем, пока-пока. Мы не прощаемся с вами, а прощаемся с ними. 7 числа ждем. Да. Всем пока-пока. До новых встреч.